Всем привет! На улице у нас солнце, красота, правда ветер холодный, но ничего. Вот здесь, значит, у меня росла картошка, вот хочу посадить вот такие сидираты. Сейчас покажу вам. Вот. Чтобы поменьше травы было. Да и навоза у меня мало. Когда на улице солнце, то ничего не хочется делать. Просто стоять и сидеть, и любоваться. А еще я вам хочу показать. Это вот про эту грядочку я, значит, закончила. Сейчас посажу. Накрою ее, чтобы птицы не ели. А вот это вот, смотрите, черноплодка. Посмотрите, сколько много ягод. Куст весь сгибается. Я вот себе наберу на баночку. Сварю ее с вишневыми листьями, с сахаром. Очень вкусно. Варенье такое получается, во рту вяжет. Я очень люблю. Жалко, столько пропадает ягод. Но ничего, птички съедят. Так что переживать мы не будем. Так, еще я вам хочу показать, у меня выросли тыквы, очень большие, 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 но я их отправила домой. Кто-то там ругается, я слушаю. Так, а еще тут у меня остались маленькие тыковки. Где они? А вот, смотрите, вот одна, тут где-то еще была одна. А вот она. Опа, сейчас я вам покажу. Трава кругом. Вот там, вон, видите? Желтеет. Надо ее снять. И вот тут у меня еще тыквы. Тоже маленькие. Ай. И вот тут еще одна. Вот. Идем дальше. Ну, тут у меня свеколка. Скоро собирать надо будет. Я сейчас пока не собираю, потому что она завянет. Мои красивые цветочки. На следующий год посажу много-много-много-много. А вот это поле я прокопала. Навозика добавила. И... буду сажать чеснок под зиму. Машина едет. Вон туда. Там у нас бывшая помойка. Просто показываю вам огород свой. На улице тепло, хорошо.
красота. Сейчас еще пойду траву косить. Здесь видите, как красиво. А там трава. Тут у меня тоже цветочки. Уже что-то замерзает. Здесь красивые очень много, их побольше чуть-чуть. Так, вот здесь у меня сельдерей остался. И вот капуста. Забыла вот этот качан отдать, он большой такой. И вот эта капуста. Вот этот мне нравится, наливается, что ли. Я не поняла, по новой растет. Или как? Не понимаю опять. Пойдемте в тепличку. Помидорчики собрала много. Остались очень маленькие. Ну и половина, естественно, я убрала тут. Потому что надоело ходить, закрывать, открывать. А это огурцы. Что-то плохо растут на улице. Ночью холодно. Они любят, когда тепло. Вот. Баклажанчик вот растет. Не знаю, успеет. Не успеет. За месяц. Ну, вот такая тепличка на сегодняшний день у меня. Жарко тут очень. Открыла двери, пусть проветрится. Да, холодно. Тепличку не открываю. А ей же дышать надо там помидорчиком. Сегодня такой у меня огород. Так что вот, не знаю, было вам интересно или как. Подписывайтесь на меня. Всем спасибо. Ставьте лайки. Пока.